продавать мороженое и билеты. Ну а если найдете у меня талант, попробую играть роли хорошеньких девочек. Учиться будем утром. А вечером играть в театр. Ну а ты, Буратино, кем ты хочешь быть при театре? Чудаки, в театре я буду играть самого себя и прославлюсь на весь белый свет. Сложи их аккуратно, ударь камнем о камень, женщина, водительница двух душ. Высеки искру, сядь у огня и протяни руки к пламени. Голос Айлиты, любви, вечности летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, где ты, любовь? Жизнь, весь свет мои. Человек просто обязан быть счастлив. Ну а если он несчастлив, то должен до тех пор хлопотать над собой, пока не исправит этого неудобства или недоразумения. Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости, к хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленность и торговля. Уважаемые гости, все те и участники, и гости 8-го областного открытого фестиваля. Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашей красноармейской земле. Мы хотим сказать большое спасибо Министерству культуры Самарской области, Агентству социокультурных технологий, администрации муниципального района Красноармейский, жителям, участникам и главам сельских поселений муниципального района Красноармейский. Мы хотим сказать большое спасибо тем грантовым организациям, которые поддерживают наш фестиваль ежегодно. Это фонд президентских грантов и Paul Lukoil. В этом году наш фестиваль собрал, вы сами, наверное, видите, какую большую географию со всех властей, со всех уголков нашей необъятной большой Самарской области приехали гости на наш фестиваль. Я хочу зачитать очень важную телеграмму. Дорогие коллеги, примите самые искренние, теплые поздравления с открытием 9-го международного фестиваля самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик». Фестиваль выполняет важные задачи – активизацию творческой деятельности самодеятельных театральных коллективов и популяризацию театрального искусства среди жителей Самарской области. Духовно-нравственное воспитание через современные формы театрального искусства. Фестиваль объединяет талантливых артистов. Это высокий профессионализм, интересный репертуар, настоящая феерия эмоций.
неповторимый творческий почерк, энергия. Успехов в вашей ответственной работе на благо Самарской области. Пусть дело, которому вы служите, крепнет неизменно. В Рио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина. Олега Ивановича Корниенко, член Союза писателей России, лауреат международной премии Эрнста Хемингуэя, Канада, 2016 год, публицист, краевед, просто друг наших фестивалей. Мы приглашаем на нашу сцену Юрия Михайловича Паршина, заслуженного работника культуры Российской Федерации, профессора, заведующего кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры, нашего друга. Дорогие друзья, мы приглашаем на нашу сцену Михаила Анатольевича Перепелкина, нашего земляка, профессора Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева. Почетным сегодняшним нашим гостям вручили заслуженные награды. На протяжении многих лет они нам всячески оказывают помощь, поддержку, всегда откликаются на проведение вот такого нашего фестиваля. Огромное спасибо от нас, от всех, от жителей нашего района. А как тебя зовут? Я
ужасный ребенок. А почему ты здесь сидишь? Меня мама наказала. Вечная история. Я еще не знаю ни одного ребенка, которого бы наказывали. Впрочем, я знаю одно место. Здесь наказание детей покончено навсегда. Вот интересно. Расскажи, пожалуйста. Ну хорошо. Слушай, может тебе пригодиться. Этого никогда не было. Хотя могло было быть. Но если бы это было на самом деле, то... Это был город, где с наказанием детей покончено навсегда. Отведи меня туда, пожалуйста. Ну хорошо. Thank you.
На Настеньку обиделся. Но если Алёнушка, хозяюшка моя дорогая, пошла её выручать, то я ей чур помогу. Только здесь ли Алёнушка? Махонька! Бабняка, спрячься пока, послушай, что удумала старая. Махонька! Показала. Слушай, Мафонька, да. На болоте сегодня чудо-цвет расцветет. Цветет он раз в году и может исполнить любое желание. Жалко, что только одно. И что же ты хочешь загадать? А хочу я, Мафонька, чтобы Аленка с Настей у меня остались навсегда. И как взмахну я чудо-цветом, и будут у меня две кикиморы. Хитро, хитро. Где мои болотные вездеходы? Пчелами где-то. И так пошли. И что удумала старая? Вот вы мне как-нибудь этот чудо-цвет раздобыть. Только один я его никак не найду. Может, и обманул его? Мои красивые! Помогай давай, чё стоишь? А ты, Мафонька, Настю стереги, за порог не пускай, а то Алёнка её с собой заберёт. Ладно, присмотрю за ней. Чё стоишь? Иди следи! На! Ну и я пошла. Стой, старый! А он напугал! Кажется, не узнала. И откуда ты такой взялся? Как это? Не узнаешь? Лишь ничего своего не узнаешь. Да мало ли здесь по болотам вас шастает, всех не упомнишь. Под корявой осиной выросла поганка. Неужели бы забыла, нешего ты, бабка? Не за чудо ли цвета? Тихо! А пошли, бабняка, за чудо цвета вместе. А зачем тебе чудо цвета? Как у тебя такие получаются? Хочешь, я тебя научу, внученька? Конечно, хочу, бабушка. Так, внученька, а ты чего не спишь? Правда, что-то мы засиделись с тобой. Бабушка, дедушка,
какую же ей рассказать-то? Любую, хоть самую хорошенькую. Ладно, дед, давай ей расскажем нашу любимую. Да какую, Машечка? Ты что, забыл, что ли? Про Лилию? А, про Лилию? Ну давай. Стояла. Ой, железная старина, пять ведерок, два окна. Ходит щука под водой, смотрит окошечко. Под стеклянным потолком ходит тихонечко. Ни ракушек в тени, ни личинок в воде. А тут еще и щуки целыми днями охотятся. Того и гляди, угодишь какой-нибудь в зубы. Нет, надо перебираться в другое озеро, и немедленно. И поплыл карась с товарищами прощаться. Окружили они его, ахнут, плавничками в стороны разводят. Пошла у карася голова кругом. В самом же деле о дороге я не подумал. Поднимется со дна щука и скажет. Пришел-таки, а я ждала тебя.
Опять же новое место. Кто его знает? Как там будет? Тут хоть не совсем хорошо. Да устроился. А там ни угла, ни товарищей. Переночевать даже негде будет. И остался карась в Камышовом озере. А еды с каждым годом все меньше становится. Не живет, а мучается. Сегодня не доел, завтра не доспал. Тощий стал, страшный, чешуя до кости. Под глазами морщинки залегли. Стареть карась начал. И что он на нашем Камышовом озере свет клином сошелся? Я ухожу. Пошли со мной. Хуже, чем здесь, не будет. Да куда уж хуже. За всю жизнь только два раза досыта наелся. И повернулся к жене. К этому времени жениться успел карась. Поплывем, а втроем любую дорогу одолеть сможем. А у жены от страха даже плавничок на спине дыбом встал. Да что ты все заладил, поплывем, да поплывем. Нам ли карасям и других отерок думать? Ему, Ершу, хорошо, у него вон игл какие. А ты и сам пропадешь, и семью загубишь. Не надо лезть. А куда? В Тугилово, к Берестову. Повару жена у них именинница. И приходила звать нас вот обедать. Вот. Господа в ссоре, а слуги друг друга угощают. А нам какое дело до господ? Кто мужик, я ваша, а не папенькина. Вы же еще не бронились молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся. Коли им это весело. А постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Расскажи мне хорошенько, каков он с тобой и что он за человек. Ну, Лизавета Григорьевна, видела молодого Берестова. Нагляделась. Довольно. Целый день были вместе. Как? Расскажи поподробнее. Вот пришли мы за стол. А были Захарьевские, Клубинские, приказчица с дочерьми, Голубинские. Хорошо, знаю. Ну, потом. Позвольте, расскажу все по порядку. Вот пришли мы за стол. Приказчица на первом месте. А я подле нее. А дочери надулись. Да мне плевать на них. Ну, а Берестов? Погодите, расскажу все по порядку. Вот пришли мы за стол. Сидели часа три, и обед был славный. Пирожные, блонманжи, синие. Ах, Настя! Как ты скучна со своими вечными подробностями? Ну как же вы нетерпеливы! Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Что же, правда ли он так хорош собой? Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку. Правда? Я так думала, у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печальный, задумчив. Да шо вы! Это какого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать. С вами в горелки бегать? Невозможно. Еще как возможно. И что выдумал? Поймает и ему целовать. Воля твоя, Настя, ты врешь! Воля ваша не вру. Я на силу от него отделалась. Здесь с вами только провозился. Мы с тобой не
такой день и работать-то грех. О, день-то сегодня знатный, с такой только и работать. Да как бы ветром тучи не нагнал, но за людой где-то темнеет. Поторапливаться, бабоньки, надо. Вот, передохнем и поторопимся. Успейте передохнуть, день только начался. А ты, Матрёна, дисциплину мне не разлагай. Вот, лучше за щами погляди, а то мужики скоро в поле придут, а у тебя еще не готовы. Уж больно ты сознательная, Ольга Петровна. С тобой ведь ни пошутить, ни посплетничать, как будто ты не из нашего теста, не из бабского. Ох, Степанида, ты-то у нас и не нашутковался. Глянь, чуток остался. Что теперь, бросать, что ли? Ты приходишь-то и старайся. Но у меня совесть только после кваса просыпается. Матрёна, тащи-ка сюда ж банку с квасом. Ой, а что это у тебя котёл-то? Дырявый, что ли, глянь-ка, щиты прям так и бегут по дорожке. Ах ты, Господи, хоть бы грозой расшибло этот котёл. Сколько раз говорила председатель, чтобы новый купил, а он даже ухом не ведёт. Залудил, что ли, кто? Ой, да кому у нас лудить-то? Мужики вон с поля приедут на обед, щипы хлебали и опять по тракторам. А молодежь-то у нас вся учится. Скоро и в поле-то работать некому будет. Ах ты, Степанида, ты совсем от жизни у нас отстал. Скоро машины будут работать, а люди управлять ими. И дороги будут у нас скоро ровные-ровные, как в городе. И в каждом селе построят по кинотеатру. И каждому колхознику понадобится диплом. Каждый человек должен быть грамотным. Да если все учиться начнут на книжки читать и наряжаться, а кто же кому в колхозе тогда работать? И некому будет работать. Вот жизнь у нас такая. Ой, да учиться ты книжки читать, и сейчас никто не запрещает. Учить и читать. Да я бы, может быть, вы и наряжалась. Да только нарядов-то больно этих нету. Уж сколько лет советская власть, а мы из нищеты-то так и не выбрались. А Крепдышиновых-то отрезок. Мне ведь правление колхоза, как некоторым, не дарит. Ах, вот оно что! А я-то думаю, да где ж я, соседка, себе дорогу перешла? А тебе отрез мой даленый поперек горло встал, и не стыдно? Да это тебе, Ольга Петровна, стыдиться впору. Уж больно ты загордилась, когда в бригадир тебя выбрали. Ходишь, земли под собой не чуешь. Да не заедайся, Степанин. В следующий раз тебя премируют. Премируют, а то... Удивительные стихи. Все были в восторге. Везде только о вашем Пушкине и говорят. Только послушайте, что он записал мне в альбом. Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она коется стыдливо, красиво жестами своими. Она вокруг себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавица наших бледный круг, в ее сиянии исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какой б в сердце не питал ты сокровенное мечтание, но встретись с ним, смущенный ты, вдруг остановишься его, благоговея богомольно, перед святым. Молоденькую невесту. Я не успел ни
жизни стал держать один грех с сыном. А вы бы пойди следом. Чё, лошадей спросишь? А ты чё? Чё? Никита работник. Бодрый малый. Коли повернется, коли что. Сам-то больно шустер. С печи да на лавку. Только с людей взыскивать. Да с вас не взыскивать дома, год не найти. 10 делов в руки сунешь, другайся. Лёг на печи, приказывать лёгко. Кабы хворь моя, меня не стану держать. Не стану держать. Ты бы сам поворочил, тогда б говорил. Батя, батя, на силу лошадей загнала. А Никита ж где? Никита на улице стоит. Что же он стоит? Что стоит? За углом стоит, калякает. Не добьешься от ней толку. С кем калякает-то? Так это, ему отец с матерью пришли, домой забирают жить. Врешь? Нет, я мимо иду, Никитка говорит, приходи уже ко мне на свадьбу гулять. Я, говорит, ухожу от вас. Не больно, тобой нуждаюсь-то. Вон он, и сам сходить собрался. Да пущай идет, других моих. А деньги-то зададены. Летом отработает. Да ты рад отпустить-то. Тебе с хлеба долой. А зиму-то я одна и ворочай, как мерин какой. А куренка твоя не больно, а хочет работать. А ты на печи лежать будешь, знаю я тебе. Да чего ж ничего не слыхавши язык трепать? Полный двор скотин, коров не продан, и овец всех на зиму пустил. Корму и воды не наготовишься, а работника отпустить хочешь? Да не стану я мужицкую работу делать! Лягу! Вот как ты же на печь! И пропадай все! Как хочешь, так и делай! Будь, не буду я тебе больше работать! Работай сам! Да Будя! Что орешь? Что сбеленилось будто отца? Давай. Сам ты, кобель бешеный, не работай тебе, ни радости, только пойман ешь, кобель бутылочек, браво! Прости, Господи, пойду посмотрю, чего ж там. Ты по что батю ругаешь? Верну тебе. Дура, молчи! Сама дура. Знаю, что ругаешь. Не боюсь я тебя. Ты чего? А? Смотри, Акулинка, дождешься ты у меня. Отхожу я тебя прыгать-то! Пес ты, дьявол! Вот кто! Дьявол!
ученый, все ходит подцепи кругом. Идет направо, лес заводит, налево сказку говорит. Пыли, пыли. Это присказка, а сказка впереди будет. Смотрите, смотрите, народ собирается, сказка начинается. Давай, Федь, позавтракаем, чаек попьем. Не, некогда чаи-то распивать. Мне надо в райсобес ездить. А, ну поезжай, А еще пенсии похлопотать. Поняла? Сейчас, если на машинном еще мужики-то остались и разъехались, я с кем-нибудь и прицеплю. Все, поехали. Ну, давай, давай, ищи. Доброе утро, Анна Сафроновна! Ой, здравствуйте, здравствуйте! Анна Сафроновна, мне нужно, чтобы вы проверили вот эти документы. Хорошо, я посмотрю. Здесь нужно вот этот абзац переписать. Угу, я переписала. Еще немножко вот тут. Угу. И записать последний абзац вот здесь. Хорошо, я посмотрю. Да, еще я... отчет. Доброго здоровья вам! Ой! Здрасте, Федь, здрасте! Сейчас, я с отчетом закончу и подойду. Пошепчемся, ладно? Ага. Здесь на подпись сделаешь? Да-да-да. И вот здесь отчет тоже замените, пожалуйста, на абзац. Хорошо. Ну, чего у тебя случилось здесь, Федь? Рассказывай. Чего-чего? В райсобесе я был. Насчет пенсии хлопотать. Они говорят, нет у вас с бабушкой брачного свидетельства. Ты вот у нас молодой, но умный. Не зря тебя председателем совета поставили. Чего вы там, ну, пять раз уже с бабушкой перебирали эту коробочку. Ну, нету и все. Чего ты нам с ней посоветуешь, а?
Это, дядь Федь, вам надо по новой регистрироваться. Такой закон. Так что, ежели окончательно не найдешь, приводи старушку к нам в сельсовет, мы вас тут и обвенчаем. А пока можешь считать, что ты холостой. Ну, лишь бы зубоскали. Да ладно, дядь Федь. А, сестре привет передавай. Тетке Авдотье тоже. А. Ну? Ну вот. Ага. Да. Пошлите на обед, Анна Сафроновна. Хорошо. Ну, вы представляете, что? Да? Как съездил-то? Да никак, как. И в райсобесе побывал, да еще в кроссовку, в сельсовет заскочил. К родственнику своему, а то зубоскали. Эх, тебе, дядь Петь, надо по новой расписываться. Неси коробочку, переберем все пристальнее. Сколько можно ее перебирать? Ну, сколько нужно, столько и будем перебирать. Чего ты вот начинаешь, например? Так, справки о трудоднях, облигации, обложение молоком и мясом. А ты его никуда не засунула, а? Бог с тобой, отец, даже в глаза ты не видела. Да и зачем я буду этих бумажек-то возиться? Ты уж, пожалуйста, с меня не взыскивай. Так. Это ты его курицу потерял, больше некому. Молчи, говорю. Иди вот теперь в сельсовет глаза продавать. Ты уж я забыл, какую девку фамилию носила. Старостина. Старостина. Вот возьму и брошу тебя. Никакой элемент не взыщет. Брось, брось. Тут и думать нечего. Брось. Какая уж тебе теперь жена, старуха, и зубы вон попадали. А ты же у нас орел, на тебя глядишь, и молодые девки позарятся. Крыж вон тебе вырезали, чем не жених-то? Сходи вон в клуб-то, там говорят кино, ночь, танцы. Будя, слово мужу не даст сказать, запела. Давай! Побеление повелителя тьмы забрала Упалу в Навь.
Он пропал. Больше его никто не видит. Актуалка из красивой. Да за мной эти чушь. Ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка.
ребенок любить он готов всегда. И пришел он к нам сюда, песню громко затянул, а зовут его Нуф-Нуф, хвостик маленький крючком, нос, конечно, пятачком. Это старший поросенок с летом прибежал в догонок, очень умный, любит труд, все Наф-Наф его зовут, хвостик маленький крючком, нос, конечно, пятачком. Стало холоднее, пора нам подумать о зиме. Я весь дрожу от холода, мы можем простудиться. Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной теплой крышей. О, успеется, до зимы еще далеко. Мы еще погуляем. Когда нужно будет, я сам себе построю дом. Ну как хотите, тогда я буду один строить себе дом. Я не буду вас дожидаться. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, но Нуф-Нуф и Ниф-Ниф не торопились себе строить домики. Сегодня мы еще погуляем, а завтра с утра возьмемся за дело. Но на следующий день они говорили то же самое. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала покрываться тоненькой корочкой льда, и ветер стал совсем холодным, ленивые братья взялись наконец за работу. Сделаю-ка я себе дом из соломы. Это быстрее! Подходит к концу процесс разделения женского костюма на разные случаи жизни. И каждая уважающая себя дворянка имела в своем гардеробе костюм, платье на бал. Бальные платья того времени – настоящие шедевры. Их шьют из дорогих тканей, шелка, тафты, атласа, поплина, бархата. Платья украшаются рюшами, бахромой, драпировкой, бантами и тесьмой. Бальные платья были однотонными, матовыми, блестящими. Глубокие вырезы подчеркивали грудь, линия плеч была спущена. Талия спускалась вниз и затягивалась в корсет или пояс. Пышные формы платья как бы скрадывали, прятали тело девушки и женщины. Парадным бальным мужским костюмом того времени является классический черный фрак и, конечно, цилиндр. Вместе они стали своеобразным символом XIX века.
Именно об этом мы хотели и рассказать в своих костюмах. Уважающая себя девушка и женщина ни в коем случае на балу не могла появиться без сопровождения мужчины, даже если это был младший. Они уже в дороге, наверное, да? Наверное, да. И лауреатом первой степени в номинации «Мильний спектакль» стали «Кэт Юниор», самодеятельный коллектив «Кэт», театральная студия «Фантазия». Тоже нет, да? Но вы все... Ну, вдогонку им наши аплодисменты. Образцовое объединение «Литературный клуб Камертон». Это Безенчук. Лауреат третьей степени. Образцовый коллектив художественной самодеятельности театральной студии «Март». Городской округ Чебоксары. Жюри, зрителям, всем тем, кто сегодня сделал этот праздник, да? Идемте на сцену, идемте, друзья, на сцену. Друзья, и ваши аплодисменты как награда пусть прозвучат в адрес хозяев, потому что именно они сделали такую гостеприимную атмосферу, в которой смогли сегодня на этих подмостках раскрыться таланты и способности. Давайте им поаплодируем щедро. Красноармейскому району! Чувство радости, которое в наших сердцах, вот видите, они иногда так бывают видны. Ну а аплодисменты в зале пусть, конечно, не смолкают, пусть еще звучат. Всех руководителей, всех юных актрис, актеров, костюмеров, педагогов, всех, кто вдохновлял это событие, давайте им тоже подарим волну праздничных аплодисментов.